На конкурс дети читают стихи. Шагаева Анна, 10 лет, город Смоленск. Жара в мае поднимает к небу знамя. Над городами и полями моей родимой страны. Май поднимает к небу знамя труда, надежды и весны. Любуешься восходом ярким и видишь в россыпи лучей и синий свет электростанции, и пламя доменных печей. Передо мной все богатства, что людям отдала страна. Дорогу жизни, мира, братства. Из наших мест ведет весна.